пришли в парк погулять. Вон, смотрите, собаки у нас в парке по льду. Это у нас пруд, и застыл лед, когда были морозы. А сейчас уже все тает, но пруд еще не растаял. Утки все там вон гуляют по льду, и собаки тоже. А люди, видно, бросают хлеб на лед. Для уточек. Для уточек, да. Собаки тоже подъедают, ходят. И тоже к уточкам знакомятся. Опа! А, тоже смотрите, сколько их тут. Дышим воздухом, по парку гуляем с мужем. Немножко тут тоже воздуха не хватает, да? Так хорошо. Какие красивые узоры образовались в пруду. Видите, как изо льда. Такие трещинки по всей поверхности. Красота. Сегодня плюс 6. Тепло. Здесь водичка уже растаяла. И пьют воду уточки. А те ходят, тоже там хлеб таскают. Обратно бегите. А, корм, да? Днепр. Потихоньку лед идет, идет вперед. Смотрите, какая красота. Церковь наша. И вот такой закат сегодня. Окрашенные облака солнцем. Очень красиво. Сегодня 3 февраля, и мы убрали елку всей семьей. Быстренько разобрали. Получилось даже быстрее. Я не люблю разбирать елку, потому что это каждую игрушку разложи. Наряжать намного больше нравится. Вот. Одна игрушечка у нас разбилась. Новенькая. Ну, ничего страшного. Смотрите, елка вся раскрошилась. А, вот эти вот все иголочки валяются. Куча. Сейчас буду подметать. А еще мы хотели помыть елку нашу, потому что она вся пыльная, грязная, и вот в этом искусственном снеге, вот видите, она у нас тут лежит один слой, вот уже муж помыл, какая чистенькая стала ванна ее, и все, и пыли нет уже, и такая блестящая. Так что у нас тут полным ходом уборка, муж там пюре делает на кухне. А мы убрали елочку. Места так много сразу в коридоре стало. А то так проходишь, все время задеваешь. Поэтому это рекорд, кстати. Рекорд, потому что обычно мы убираем елку ближе все-таки к концу февраля. Да? Да. Но уже поднадоело. Не те ощущения. Забрали пиццу на дровах. Очень вкусно. Вот эта пицца Браво мы берем. На проспекте ее. Смотрите, сейчас я вам гавайскую покажу. С ананасом, куриным филе. Это больше наши дети попросили эту пиццу. Еще тепленькая, но уже надо есть. А это у нас вторая чиполла называется. Вкуснятина с колбаской. И с беконом. Класс! Все. Ура! Да? Будем пиццу есть?
Да. И фильм хороший нужно еще сегодня выбрать. Это с Чиполлино или какая-то? Это ваша, это гавайская. Нет, а с Чиполлино? Нет. А где это? Читать умеем? Пицца Браво. А тут Чиполлино написано. Да, Чиполлино ты мой. Все. Это Чиполло. О. Класс, да? Все, закрывай, пусть она нагревается. А тут у нас, как обычно, наши любимые напитки. Да, пепси. Ну, как же пицца без пепси, в общем. Смотрим фильм «Черный рыцарь». А это такое, ваша честь? Интересная комедия, как он попал в прошлое. Вот это вот зеленые кофточки. Клево, прямо вижу, молодцы. Клево. Действительно клево. Давай, давай. У нас сегодня такой солнечный денечек, класс, погода, хотя минус один, но солнце так светит, тепло, очень, так что вот так вот, вчера были дожди, сегодня солнце, у нас каждый день меняется погода, а у вас как? Мы сейчас едем в Ашан за покупками, список составили, сейчас будем покупать самое необходимое, что нам нужно по списку. Все-таки солнечная погода всегда добавляет бонусов к настроению. Обзор покупочек вам хочу показать, что сегодня купили. Вот такую купили мы бутылку для растительного масла. Очень хорошая штучка с крышкой, с пробкой, вернее. Вот видите, можно наливать. Мы купили специально 3 литра и сюда будем наливать, и так удобно будет пользоваться. Оп, так, налил и все. В Авроре взяли, магазинчик Аврора. Такая бутылка 50 гривен стоит. С крышкой. Вот. Отлично. Пригодится. Взяли микс салатов. Будем делать салатики разные. Цезарь Гранд. Мне нравится больше всего вот этот синий. Так, дальше. Хлебцы. Хлебцы заменяют хлеб. Нам диетолог рекомендовала. Вот такой вот. Такие хлебцы жидни. Взяли немножко сыра с орешками. Очень вкусные. Так, это сыну сгущенка. Сливки сгущенные. Дальше. Это мы заехали в магазин Евротоваров. И взяли таблетки для посудомоечной машины. 65 таблеток. Там 200 с чем-то гривен получается такие. Данкмит. Хорошая вот эта марка. Так, опять взяли мы зубную пасту, такую вот в виде геля в этот раз. Тоже Терамед, я уже вам показывала, она закончилась, очень нам понравилось. Ну, также я брала крем Балея, помните, я вам показывала, а сейчас взяла тоник с алоэ вера. Также мы взяли окунь, вот у нас как цена получилась, килограмм 99,90. 1400 взяли, кило 400 окуни. Будем рыбку есть. И тут куча разных продуктов. Куриное филе. Сейчас делаю котлетки. Всего понемножку взяли. Такое. Также вот мы еще взяли сок Галиция. Морковный, яблочный и яблочно-тыквенный. Прямой вид жим. Галиция хорошие соки. Сын у нас очень любит соки. Мы то делаем сами на соковыжималке, то иногда покупаем, потому что ее пока помоешь, эту соковыжималку, не так быстро. Вот так вот. Всего понемножку купили. Теперь осталось приготовить. Взяли попробовать вот такую водичку лечебную. Доктор Эссент. Номер 17 называется. И так она нам понравилась, эта лечебная вода минеральная, что мы сегодня взяли несколько бутылок. С удовольствием пьем. Там такой привкус, как, знаете, немножко с йодом. Она тут содержится. Вот минералы разные. Вот такие вот у нас. Написано желудок, печень и кишечник. Но по вкусу очень приятно. Я сегодня
полбутылки выпила. Поэтому рекомендуем вот такую водичку. В Ашане она есть. Она, по-моему, 28 гривен стоит, да? Вода. Вот, но, может быть, и в других магазинах есть. В общем, очень вкусная, 1,5-литровая тут. Недавно купили клавиатуру себе такую, игровую. Но не подумали о том, что она отличается от обычной клавиатуры. Нас впечатлила вот подсветка такая красивая, видите, вот она. Я думала, эта подсветка будет помогать видеть буквы лучше, чтобы не включать отдельно лампу. Потому что иногда бывает пасмурная погода, и у нас в окно не всегда хорошо видно буквы. Приходится включать дополнительно свет или уже основной свет. Вот. Но, как оказалось, это не очень удобно, игровая клавиатура для работы. Здесь в основном английские буквы большие. Зато русские буквы красным маленькие. И когда ты печатаешь, ничего не видно. Я постоянно опечатки делаю, постоянно ошибки. То есть для работы на компьютере, конечно, игровая клавиатура не подойдет. И подсветка не спасает даже. Так, клавиатура прикольная, классная. Вот эта вот фирма для игр. Видите, тут есть клавиши специально выделенные, наверное, для игры там, да, нажимать. Ну, мы в играх вообще, нам не интересны игры, мы в них не играем, никто из нас, поэтому для работы не подходит. Поэтому мы решили, эту клавиатуру мы оставим сыну, пусть он ей пользуется. А мы на выбор себе вот такие вот 4 штучки. Можно выбрать одну из четверых, которая подойдет мне больше. То есть тут разные, видите, вот есть вот такая вот клавиатура. Это у нас какая? Мультимедийная клавиатура. Тут отличается от ход. Видишь? А в чем разница, не поняла? Смотри. Ход. А... Тут меньше ход получается. Видишь, кнопки меньше. А, они мягче, да, более? Да. Угу. Ну, вот так. Вот она, да? Вот видите, тут буквы уже красные, но они большие русские. И такие же большие английские. Одинаковые буковки. Да. А ну да, попробую нажать. Да, они вообще плоские. Кстати, мне неудобно, Сереж. Ногти. Мои ногти мешают. Все, подаю прячу. Сейчас я еще да, посмотрю. То есть, вот видите, в чем отличие. Эту я нажала, и я ее, ну, могу. А здесь получается вот удобно. То есть. Клавиатура должна быть более длительная такая, нажатие. А эта клавиатура, что только что мы мультимедийную посмотрели, это для тех, у кого аккуратные коротенькие ногти. Как у мужа, в общем. Да. Так, следующая клавиатура. Смотрите, она такая стильная у нас. Это все Свен фирма. Ну, так интересно смотрится, да, очень даже. Серебристая с черным клавиатура. И буковки красные, большие, крупные, видите? Ну и английские нормальные тоже. Серебристая, черная. Да, классная. Такая стильная. Опять как чайник почти. Дальше давай. Видите, как хорошо, когда можно выбрать. Ну. Так, чисто белая клавиатура. Как раньше было, да? Да. Тут тоже, в принципе, да, нормальные буквы. Ну, это самое лучшее. Видно лучше всего. Да, на светлом лучше всего видно. Согласна. И четвертая клавиатура. Вот нужно выбрать для работы, потому что очень важно, чтобы удобно было печатать. О, такая тоже стильная более, да? Так, Свен тоже. И в чем у нас тут разница? Ну, понимаешь, я же тебе говорю, я, допустим, подносил, ну, вот эти вот красные, они буквы блестящие, у меня они сливаются. А, это там, где блестящие, ну, да. Короче, сейчас я вам покажу. Тут, видите, отсвечивает. Ну, они похожи так же, самые красные, в принципе. Сейчас я буду выбирать. Смотрите, а здесь на клавиатуре есть разъем для флешки. Очень удобно, вот так на клавиатуру вставил и пользуешься флешкой. Не нужно там в компьютер вставлять, вниз наклоняться, он у нас вниз, внизу расположен. Вот, так что вот такая есть фишка интересная. Шнур, зарядка, флешка. Можно фотографии перебрасывать. Тут хорошая, удобная штучка, конечно. Но мне больше всего понравилось по удобству, по стилю. Вот это все-таки. Я ее беру. Вот такая вот, видите. Она удобная. На светлом фоне черный как раз хорошо выделяется. И тогда все видно. Белый как-то, ну так. Не сильно, как старомодная такая. Как раньше была. Первая клавиатура. А вот эта такая стильная, аккуратненькая, небольшая. Потому что вот эта наша игровая, видите, она более закругленная и такая более, ну, побольше размер. А это мне понравилось. Отлично. Беру. Все.